Всем привет! Привет! У нас сегодня 1 июня. Ура! Поздравляем, да, всех с первым днем Лето! каникулы, да? Дашунька уже собралась в школьный лагерь. Покажи, какая ты красивая. С сумочкой. Отойди немножко дальше. Вот, сарафанчики. И у нее бирюзовые кедики. Моем любимом жути, который мне подарила красная мама, надеюсь. Да, прическа такая нарядная. Почему нарядная? Потому что я сегодня после лагеря и еду в ботанический сад выступать со своей студией вокала «Комсомольск». Да, вот поэтому сейчас ее сестричка отвезет на машине в школу, в школьный лагерь. И все. А потом я уже за ней в 12 часов поеду забирать. Да. Как настроение? Класс! Классно? Да. Расскажешь мне потом, да? Что у тебя было в лагере? Ну все, счастливо, удачи тебе. Итак, ну что, я убралась. Уже начало 12-го. Так, Дашуля в лагере. Я уже собралась, вот, оделась. И сейчас выгулю Ханну. Мы сходим с ней на улицу. Так, не обижайся и не злись. Она уже чувствует, что я собралась уходить. Смотрит на меня. Положила мордочку на лапу и смотрит на меня искоса. Всегда, когда обижается, так делает. Да, Ханна? Эй! Не отвечает. Обиделась, что ухожу. Вот. Жорик закончил нашу уборку. Наш робот-пылесос. Вот. Так что сейчас еду за Дашей. И мы едем в ботанический сад на концерт. Мы уже приехали. Танечка, сад. Приготовили свое большое праздничное выступление. Студия вокала «Консонанс» там ни большие, ни маленькие. И есть такие артисты, которые сегодня впервые выйдут на сцену и выступать будут перед зрителями. Студия вокала «Консонанс». Мы начинаем!
нагревали на сердце, как весенние лучи. Если музыка звучит, то любовь и счастье рядом. Я прекрасней, если музыка звучит. Небо под тобой, небо под тобой, небо, небо.
сияют, и блики словно пламя огнями освещают. Новые лица, весь мир перестанет, и здесь над облаками, и видно между нами. Hello.
Девчонки купили попкорн. Вкусненько. Даш. Папа Душка. Не подушка, а папа Душка. Как только я скажу поехали, тогда я просто отдай подушку. Поехали. И присаживайся. Да, а самое главное, когда я скажу замри. Вот, замри. Вот кто бросит подушку, тот для нас будет танцевать. Вот здесь в центре такой танец. И она сама прилетит. Сидите, сидите, сидите. Поехали! Самое главное не целиться. Замри! Я заметил. Пойдем. А здесь что? Давай посмотрим. Книжечки. Мам, это какие дела будут делать? Хорошо, ты можешь из каких дел? А сколько стоил попкорн? Попкорн стоил 7 рублей. О, ужас какой. Уточка вышивная. Связанная, не вышивная. Убирай стаканчик, нет. Сейчас есть стаканчик, отлично. Переворачиваем, ставим стаканчик на дно. Супер, молодцы. Я даю вам пластилин. Мы делаем глазки под глазки, все. Катаем два кружочка и приклеиваем глазки. Свет вам какой? Новый мяч! Да, нашел. Карина! Нет. Можете принять твою подушку? Да. Приклеиваем глазки. Эй, на подожди, а ты правильно поставила? Как правильно, да, поставила. Ты прижми их посильнее, чтобы они потом не отвалились, когда пластилин остынет. Так, это тебе помощь. Дальше Дашка, покажи, что сделала. А ты знаешь, что это? Это попади в... вот так, да. Нужно в чашечку попасть. Ага, не все так просто. Оп, нет. Видишь? Нужно попасть в стаканчик. Никак. Классная игрушка. Нет, так не считается. Пойдем дальше, да? Там есть крокодилка такая. Пойдем посмотрим. Умничка! 5 из 5. Молодец. Но по-английски не знаю. Нет, еще пока не знаю. Смотри, муравей, он немножко странный. У него на голове антенна.
По-английски он N. Скажите вслух. N. Еще раз. N. Еще раз. N. Убирай. Как зовут его по-английски? N. Совершенно верно. А вот он N. Идем дальше. Орел. Что у него в руках? Два. Два по-английски. Идем. Еще раз. Еще раз. Убираю. Как орел? Игл. Урей. Еще одну. N. Да. Тюлень. У нас силач. По-английски сил. Силач, сил, сил. Еще раз. Сил. Еще раз. Сил. Убираем. Муравей. Орел. И тюлень. Совершенно верно. Вот в таком ключе быстро и безболезненно запоминается английский слог. Если грамотно. Повторять не забрасывать сразу хотя бы недельку, потом английский слог. Это нужно запрактически разбирать. Сейчас зайдем, посмотрим. Купили Дашке вкусняшки. Покажи, какие. Вот. Это что? Безешки. Безешки. Красивые, да? Что случилось? Пробуем ультра... Острые. Орешки вам подарили. Ультра острые. Обалдеть. Запила? Угу. Ты еще не съела? Я все запивала. Уже скоро пойдем домой, да? Уже вечер. Поедем. Поедем, да. Поедем, да. Подушка с ложкой. Угу. Зо шанс. Вон там 3D-ручка, наверное, ты чем там рисуешь? Иди. Я посмотрю, что там 3D-ручка. Я дома 3D-ручка. Продолжай сама. Так, все получилось. Все, молодец. Сейчас это все отрезаю остальное. Не бойся. Все, отрезай. Сейчас мы хороший день. Давай, сильно. Отпустим. Опа, видишь? Отпустим красавицу. С красивым зонтиком. Видишь, вот? Нажимай. Отрежем все, что не нужно. Пальцем. Ага. Нужно. О, все. Нужно, не видишь? Отпустим без брошки. Вот, ты вот так вот будешь вести. Ну, классно получается. Так, хорошо, что тут у нас за какой цвет можно схватиться. Так. Желтый можно, да. Можно помахать ручками. Так. Ой. Угу. Не будешь цеплять, закрывай себя. Мы идем уже домой. Остановка. Что это такое красивое? Тоже рододрон. Угу.
Привет. Сейчас.